Поехали, засекаем время. А вот эти ребята хитрые, они уже в поцелуй погружались. Смотрите-ка. Угу. Ага, они практически легли уже. Да, здесь участвуют профессионалы. Я уже об этом говорил, что самые сильнейшие уже участвуют в этом финале, друзья. И это вам не шутки. Это все по-настоящему. Под водой они целуют. Ай, всплываете чуть-чуть. Погружайте, погружайтесь. Макушка видна. Главное, чтобы судьи фиксировали поцелуй, друзья. Фиксирую. Вот показала мне свой белый телефон. Такое ощущение, как будто бы меня вызывают к телефону. Всего прошло уже, друзья, 45 секунд, а они целуются. Они целуются и не хотят никак всплывать. Одна минута под водой. Дышим. Фу. Фу. Это все равно, что присутствовать народом, друзья, вместе с ними. Дышишь. А им вспыхнули, смотрите. 1:20 под водой, друзья. Ну, кажется, уже ясно, кто является финалистом наших подводных поцелуев. От волнения даже забыл, как их зовут. Но я рад за них, друзья. Как Ира и Антон, друзья. Ирина и Антон. Антон и Ирина. Они все целуются. Но поддержим их горными аплодисментами, потому что они являются победителями нашего конкурса «Поцелуи под водой», который был приурочен ко Дню всех влюбленных, и День всех влюбленных, друзья, продолжается уже третий день на нашей выставке «Золотой дельфин». Улыбочку, говорят им. Спускайтесь вниз и давайте, что называется, на суше уже отблагодарим вас аплодисментами. Ой, скользко.